новому учебному году новый транспорт. Ивановская область получила в подарок 3 микроавтобуса ГАЗ и автобус марки ПАС, которые будут перевозить детей до места учебы и обратно. Новенькие автобусы поступили в рамках федеральной поставки школьного автотранспорта в регионы России. Понимая определенные ограничения бюджета, я обратился к председателю правительства Дмитрию Анатольевичу Медведеву, к вице-премьеру Ольге Ильине Голодец с просьбой, чтобы федерация приняла на себя определенные обязательства по замене автобусного парка. Документы и ключи от нового транспорта из рук губернатора получили главы Юревецкого, Заволжского, Тейковского и Фурмановского районов. Автобус ПАС теперь будет возить учеников из 4 деревень в среднюю школу №2 в Юрьевце. Если бы у нас этот автобус сейчас не было, то, наверное, им пришлось бы кому-то добираться на собственном транспорте, кому-то на нашем старом автобусе. Но он уже выработал свой ресурс, и поэтому вот эта помощь, она... Вот я и честно говорю, это событие. Каждый школьный автобус соответствует всем требованиям безопасности. Здесь установлены тахографы, устройства, которые не позволяют водителю превышать скорость 60 км в час. Также на транспорт нанесена световозвращающая маркировка и специальные опознавательные надписи. Павел Коньков заверил, что это не последнее поступление автобусов. Весь старый школьный транспорт со временем заменят на новый. Любовь Почерникова, РТВ Иваново.